Першая в Украине гульня по финансовым ориентованию отбылась в Бресте. Удельниками незвычайного споборництва стали 4 команды вучнев старейших классов школ и лицеев областного центра. Какие выпробования чекали юных финансистов, ведая Людмила Салдина. Гульня под назвой «Финансовое ориентование» стала логичным протягом проекта по повышению финансовой грамотности, які на протягу 3 года совместно реализуют областное управление адукации и Головное управление Национального банка Беларуси по Брестской области. У гульни организаторы вырешили сумястить, сдавалось бы, несумещальное. Дети повинны проявить себя не только как финансисты, але и как краязнавцы. Будут выполнять задания и по краеведению, и по истории города. Там нужно будет и найти те или иные объекты, описать эти объекты, ответить на вопросы, связанные с историей названия той или иной улицы. И в банках дети будут выполнять серьезные, но на наш взгляд, очень интересные задания. Мы хотели им показать еще и попросить их поуправлять хотя бы на минут 10, 15, 20 в том же банке. Будем говорить так, теоретические знания преподнесли в практику и показали, на что они способны. Короткий инструктаж, жарабьевка и нарежьте старт. Узброившись картой, удельники гульни вышли на маршрут. На данный момент нам нужно дойти до банка, пройти по улице Дзержинского и сфотографировать название улиц, которые мы пересекаем. И надо еще объяснить название, происхождение названия этих улиц. Выполнение задания по краязнавству – допуск команды до наступного этапа у одним из банков. Тут дети должны были отказать на питание по финансовой грамотности, разгадать ребусы и головоломки и даже скласти верш на финансовую тему. Задание придумывали супрацовники банка. Они были очень интересны, и так как мы работали всей командой, у нас все получилось. Особенно понравилось последнее задание, как бы проявили свое творчество, вот, и получили за это высшее количество баллов. Мы очень рады. У наступном банку юные финансисты переувособились у банкира. Задание уговорить клиентов подключить послугу СМС-банкинг и долучить их до уделу у доброчинной акции. Мне все очень понравилось, было очень интересно, особенно, что мы попробовали себя в услугах в сфере предоставления услуг клиентам. Игра, если честно, для меня очень захватывающая, наверное, для всей моей команды захватывающая, интересная. Это игра первая в своем роде, как я понял. Я даже настаиваю, наверное, чтобы проводили как можно больше таких игр. 4 этапы, 4 банки, и у каждом супрацовнике до подрыхтовки задания подошли творча. Первая у своем роде гульня «Финансовое ориентование» прошла на высшем уровне. А это значит, отримала путевку у життя и у перспективе обещает стать не только традиционной у Бресте, але и поширить географию. Людмила Салзина, Тиграна Капян, областные новины, Брест.